Сейчас мы вычислим мудака. Открываю стрим. Косарь ГП. Раны, скрин. Да Катрис, я написал же, он сорвал. Нет, скорее всего это был резист. Да не мог он сорвать, ну как нахуй? Или на нём напугали? Ну цель или кошка была, я не думаю, что он успел поменять на медведя. Так. Там, блядь. Вот дайте хоть ему Андрота набрать. Нормально. Я не знаю, у меня мы в тьму заходим, у меня Омн все гаснет. Вот смотри, никакой инфы не дает. Вот у меня Омн. Да, в принципе, скорее всего, мог он набрать, если какие-то бусты. Ну вот смотри, давай. 0.5. На пулы где там? Так, истерия Катрисия. Маленький. Вовремя, короче, блядь, Катрисия, блядь. Ну там у тебя 10 тысяч было, а он 6 уже идет. Ну да, вон, смотри, догоняет. 10. Вот. Все, отвернулся. А был сорыв ли... агро. А был ли таунт на нем? Назад мотай. ГП ебашь-то. Давайте бить босса. Это этот. Ну, криптоэвил дал, я не знаю, остальные роги-то что-то не дали, нихуя получается. Почему? Я тоже в тебя дал. Я что-то там два напула было. Я только от криптоэвила увидел. Чат открой. Там а что его как райд лучше, а? Криптоэвил. Да, криптоэвил и потом дал топ. Да, через 3 секунды дал. Муж не успел побить босса. Значит, Седжу не дал, блядь. Седжу косячник. Ебать! Сразу, блядь. Хорош, да. Два напула с 20к дпс, это пиздец. Ну, я не знаю, как кот разъебал. Ну, блядь. Там максимум 3 секунды хоть давать, когда заходит. Кто-то быстрее заходит, хоть под морду или по что зайти. Непонятно, блядь. Все торопится, блядь, куда-то. Там не сальву, а щелбан по лбу надо дать, блядь. Кот, нахуй. Понял, нет? Руфломан смотрели. Все готовы? Да что, заходите. 5, 4, 3, 2, 1. Фиолетовое говно, блядь. Блять, 5. Друид инвалид, рез. Леночка, ты чё, вставай? Фулбак, понял. Босс пошел. Че это опять? На Ленинград. Пошел. Не, босс. Никогда не надо давать туда такие таунты. Ну, типа, да. Надо. Босс. Надо что туда. Надо туда АУЕ давать. Никогда не надо этот таунт давать туда. Там босс не смотрит. Заходим, падаем. Ты не парься, ну. Я в ближнего давал. Там не так... перед боссом, который. Оно не так работает. Там три цели, ну, если не ошибаюсь. Вот, если ты в моба даешь, таунт этот, по сути, он на человека должен даваться. То есть, если ты даешь, если этот моб смотрел на этого, на Вилаш, то ты заберешь три цели с Вилаша. Вот, а там, как правило, первый по агро забирается, а первый по агро босс. Вот, так как большой не таунтец, он забирает босса и два маленьких.
Вот, поэтому этот таунт, он предназначен именно когда вот у тебя вот 10 маленьких пришли, и оно сорвалось, допустим, на кота. Вот тогда да, заебись. А вывела, ну, по факту, то есть ты не в маленького даешь, а именно в ДК даешь. То есть ты дал в ДК. Потому что когда ты дал в него, маленький смотрел на ДК, и по факту этот спелл приходится на ДК. А он забирает с него 3 цели, а босс он таунтится. Вот поэтому такая хуйня происходит. То есть такую хуйню никогда не надо на маленьких давать, когда они идут. А именно когда они уже 10 все в рейде, ты можешь уже давать. Все готовы, дают что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Дикон резай. Начинаю крутить, наверное, уже. Лезвие будет смотрите, где шарики. Выноси аккуратно, не в шарике только. Подъебало, не забегите, чтоб не дохнул вас. Ближе к дальнему лучше сюда бежите. Вывание выноси. Третья фаза, сейчас смотрите аккуратно, сейчас еще лезвия будут. Под нами эта хуйня, выходите сразу. И смотрите аккуратно, лезвие не попадите. Ебало не следить, сейчас еще дыхание будет. Как дела, блядь? Выносильщик, блядь. Какой-то бёрд. Убегаем, бёрд. Убегаем. Возьми урон, стопните.
У вас святое Вилания мертвый, кому-то дай БР, чтобы он дал по Вилане. Я попробовал это, блин, кануться через лезвие. Чё-то на как не я умер, ёбаного? Чё, братцы, за хуйня происходит? Тебе надо было вынести сперва. Сейчас будет лезвие. Но блядь. Я её вынес, ебать, и сдох почему-то. Где дыхание сдуло? Не флудите вы, блять, а ну. Игру играете. Эджо. Покомандуйте там БРами, два тела. Есть. Там один БР только есть. Один. Да все, подойти нахуй. Нет, не, не надо. Тут лужа, видишь, на пол экрана. Понял. Пожирание души, это че? Вообще-то мы можем перескочить на другую сторону, перейти и все. Да делать нехуй. Бля, меня просто не просили, и все. Сука, тут. Свет, хуёво. Просто никто ничего не говорит Свету, понимаешь? Вилания лежит, Ранти лежит. В Свету... Не, нихуя... смотри, у меня, блядь, такого критического урона не было, блядь. Пожирание души, пелена полумрака, пожирание души. Все, у меня вот это, 5, это минус 5, минус 3, минус 5, минус 3. Вот. Это кто говорит? Меня, значит, не просили. Нет, ты, нет, это значит, ты нуб. Это кто говорит? Бля, я вообще тактику не знаю, первый раз сюда зашел. Вот, вот я это и говорю. Если в рекаунте не написано, оно не значит, что ты не словил ни дыхания, ни лезвия. Ты либо от того, ну, либо не скажите, от того, блядь, кто это говорит? Это Рианти, блядь. Рианти. Только я не, блядь. Ну не ты, блядь, это междометие. Это междометие. Присказка, да? Присказка. Не, междометие называется. А, ладно. Ну, так что меня что сбрило? Я, у меня в смертях вообще нету. Его. Ну потому что он нет. Свету, блядь. Нет, я во тьме умер. Ну значит это лезвие, либо дыхание. Нет, у меня, говорю, минус 5, минус 3, минус 5, минус 3. Я тебе еще раз, я тебе еще раз говорю, не надо вот эту хуйню читать. Я тебе говорю, либо дыхание, либо лезвие ты сдох, блядь. Вот по и все. Походу лезвие, походу лезвие. Вот, походу ты должен стоять так, чтобы лезвие должно находиться крест-накрест, а ты должен в треугольничке не, находиться я в центре. Нет, куда ты побежал? Вот ты побежал, и тебя убила пульсация шарика, нахуй. Тебя просто или здесь не было. Полумрака, 250к, да, блядь, не читайте нахуй. Хуена полумрака, блядь. Говна, блядь, там. Я говорю еще раз, нахуй. Эта хуйня не пишется в рекаунт, блядь. Сдох он от пульсации шарика, блядь. Вокруг шарика 15 метров есть пульсация. Ты нес рядом с шариком и сдох, блядь. Все, понял. Просто он тут не был, он не знает. Остальные тоже, ну тут я не знаю, человек 20 должен знать. В лоах смерти не показывают ни дыхания, ни лезвия. Все, больше не повторится. Все, просто... Второй трайнер. Смотрите рекаунт, он не пишет дыхание и лезвие, и сферу тьмы не пишет. Надо какой-то, блядь, новый, блядь, рекаунт. Таких еще не придумали, даже details нахуй. У кого details есть, посмотрите, блядь, детали. Ну, так это details. Там пусто пишет. Нету ничего. Ну, вот details тоже говно ебаное. Кто придумал details, тоже даун какой-то нахуй. Нихуя не пишет, а дот ебаный. Удаляйте его нахуй. Просто надо физически глазами видеть, за чего ты сдох. Вот и все. Люди, так как механик, не знают, как что работают. Они, ну, я не сдох, меня не захилили. Вот такая да вот... не, я могу. Все, все, да. Все понятно. Это давайте дальше. Принимайте готовность, надо тратить. Трися. Я заебался этот путь проходить. Мы третью фазу должны бить с вами, а не вот на этой залупе стоять бафаться, блядь. Пошли на робота. Катрисия, ты где, блядь? Да какой робот, блядь? Срал? Я понял, нахуй. Эх. Идите нахуй, блядь. Первый удар. Водяная стрела от а элементаля World of Lex. Ёбан. Похоли он. Бичи, сука. Она не бегает, вы не убегаете. Бейте хули, пробуйте ебать нахуй. Пять человек. Я тут за инстом постою, блядь. Все злые, как собаки, съебаться хотят, да? Там метеор пролетел. Слышь, Холидрин, блядь. Все злые, как все заебались, блядь. Вы там сдохли, нет? Да. Конечно, точно? Блядь, но ты мало того, что, блядь, такие вайпы, не сказать, что, блядь, знаешь, какие-то там замудренные, тупые, блядь. Так еще такая хуйня сейчас происходит, что и так время между полами. Так понимаешь, если люди тут не были, хули ты сделаешь, нахуй? Ну, видишь, они не знают нихуя. Ну, а вот эту-то хуйню нахуя делать, блядь? У тебя что, сука, нахуй? С ориентацией проблемы какие-то, ну, с дезориентацией, точнее, блядь. Ну, все просто мышкой правой кнопкой тыкнул по боссу, и все, и голем пошел, блядь. Конечно. Люди на реге будут полам скидываться, я чувствую. Ладно, давайте, следующий трай ГП пойдет. Будем выяснять, кто косячит у нас.
У меня там макрос готов уже на сотку, так что давайте. Я уже косичнул сегодня, пора хуярить. Хватит, да? Так, рыба, да? Самое главное, на третьей фазе, когда дойдем, все живые, надо будет смотреть процентаж, это самое главное. И взвету кто-то говорите в одеконта, продупляй микрофон, потому что если вы будете молчать, там, ну, люди попадают, взвету будет хуйню делать всякую. А что там делать, там все то же самое. Что, ну, говорить, как там, первое. Что там говорить? Ну, метеор перебежали там, потом что? Метеор, и на кого метка кинулась, блядь? Да. Ну метка там ДБМ должен быть, нахуй, в тебя в уши долбить, ну. Ну это понятно, Лёха, но может люди, блядь, без ДБМа, блядь, или не увидели еще. Лишним не будет озвучить. Бывает, слак вот. Даю отчет, все готово. Бля, я завис. ДП! Метеор! Бля, я завис, ну как так там? Кто завис? Райан. Вообще все пиздец, у меня умерло. До сих пор, блядь, одна картинка. Без него будем бить. Не, серьезно, вот мы без всё, всё, тихо. Один кадр. Мы играем. Метеор готовимся. Вот нажал, блин. Я, короче, комп перезагружаю пока. Боссы сильные, видите? 7 секунд, 2%, 3%. Не бейте в начале 3 секунды. Че можете бить? Вращаем. Так, на вот этих, да? Да, да, давай, ага, вращаем. Рога выноси, аккуратненько там стоит. Призна будет бэр вообще? Призна, это его сейчас никто не бэрнет, он сухо валяется. Сейчас будут эти лезвия, смотри, аккуратнее выносить, там не шлейф. Мардаун. Ну ты видел, как он вынес, бля? Или падаем. Там рано кто-то здиспелил? Падаем, падаем. Здесь просто нахуй минус, там один хил и все, и, блядь, рейд текет. Плывет. Морет. Да, блядь. Можно еще замутить такую фишку. Кто вначале падает, кто, ну, в тьму заходит,
Тут же можно давать, короче, паладину, допустим, диван. И, типа, чтобы его резали, ну. Ну, если без БРов. Бой же не должен повеситься, по идее. Блять, по-моему, он не исчезает из-за дивана. Ты имеешь в виду, когда вайп, что ли, или что? Почему, когда вайп? Ну вот, вы зашли во тьму, и один какой-то отвалился, тип. Я, допустим, даю диван хилу, да, кому там, гламурчин. Он снимает диван с себя, ресает нас обоих. Он когда снимет диван, у него комбат повесится. Ну вот я и спрашиваю, комбат не, комбат, пойдет или нет? Комбат-то повешается. Не, комбат повешается. Ну, не, ну, если тогда бесполезно. Ты... Не, к тому, что если ты друиду дашь, у него что, он в цвету появится, что ли? Нет, я думал про рез, что типа друидов же нету в цвету в начале. Ну да. Слушай, Войд, вот эта метка во тьме, она что, все притягивать еще может? Да. Вы что, не знали нахуй? Вы сюда пришли тактику хуй читали или как? А тут не написано или еще про полчаса это. Ну конечно не написано, блять. А вот в интернете написано, блять. На видосах еще написано, если их посмотреть, блять. Там пизда, блять, все написано. Вы что, не знали? Белая откидывает нахуй, фиолетовая в себя затягивает. Еще замедление дает, пока ты по ней бежишь, блять. А белая, блять, дотку еще вешает, настакивающуюся, огненную, блять, если ты на них стоишь. Засосет так, что хрен выберешься. Ну это должны все знать, нахуй. Ну нихуя. Или еще полчаса потратить, чтобы вам это разжевать, нахуй. Хотя это толку не возымеет, нахуй. Потому что, блядь, уходят спать люди. Они, нахуй, будут... Слава, паладину чего? Просто по приколу длань свободы дают. Да, Freedom просто так кидает. Почему? Ну он не знал, что затягивает, блядь. Freedom, чтобы замедления не было, чтобы челик выбегал на нормальной скорости. Все готовы, зайдите за линию, дают счет. 5, 4. Это был этот... Ирония была, или как сарказм. Это босс пошел сразу хилов пиздить за то, что они не хилят нихуя. Метеор. Нахуй мне на этом боссе 26 мастерства, вообще не понимаю. Согласен, 56 надо. Так, что на этом или на каком нахуй что-то? Да, давай этот сектор вращать начнем. Там 7 блядь. Секунд как раз. Блять! Да блять, одно думаешь, так и другое. Думайте, кто впадет в свет, кто должен дать БР на топу. Думайте все это, разрабатывайте план. Вы же понимаете, что мы не падаем, да, пока? План капкан. Операция ресницы топа. Ну, вдруг убьем, так-то можно убить. Сейчас лес будет. Жди лезвие, жди лезвие!
крипто дейл. Сейчас будет лезвие. Ждем лезвие. Лезвие ждете и уходите. Ждем лезвие свое. И обратно туда? Сзади, сзади порталы. Как я съебался. Здесь рядом, рядом. Сука, пиздец, нахуй, бомжи ебаные, нахуй. Ну, блядь. Че бомжи, блядь, если портал ебаный пропал, блядь? Блядь, ты считать не умеешь 15 секунд, что ли, блядь, не можешь. По урону чё? По урону стопать надо от меня уже. Стоп, ну, все лок нету. Уже все сдохли, нахуй, уже там похуй. Я такую ебаторию ебал. Не, портал надо самим смотреть, порталы надо не проносишь. Надо выходить, конечно. Как появился портал. Портал у вас появился, надо выходить. Или мы сейчас раньше на два сектора начали крутить, или что, я не понимаю. Не-не, портал появился в нас, но, получается, его лучом сразу перекрыл. Не, есть... надо говорить, кто стопает ДПС. Метеор 72 тысячи бьет. Сейчас, блядь, тут надо не сдохнуть сначала. Как Рианти сдох, кто видел? Лезвие. Ну, да, ГЦ, блядь. Хули, блядь. Зашли в комнату, отвлекли меня. Ну, кто там блядь, замены блядь, знает? Кто там замены тактику знает? Есть такие? Ну, искать, потому что у меня тоже есть. Последний трай, я ухожу. Кто уходит? Уходите. Некромантка. Я ухожу. Некромантка уходит. Угу. Катрисия уходит. Ну, получается, Ро, да? Ну, и валите, но. Яночка лагает. Четыре тела надо. Заебись, блядь. Кирсори не пишет, АФК, наверное. Лафар. АФК, наверное. Кто там еще есть? Равениан. Так, кто там еще, блядь? Консилятор. Спросите, консилятор знает тактику? Ну, Кирсори плюсуй. Ну, вроде пати кидал. А, он за ИП пришел, а не на замену. Бывает, нахуй. Он первоначально был на замене? Да. Он вообще в Дискорде, блядь? Он был в начале рейда. Кирсори, ты в Дискорде? Да, в Дискорде он был, он плюсовал, когда замену ой, спрашивают замену. Че базариться на него? Так, Атриси ушел. Ляночка, остаешься или лагаешь сильно? Романтика ушел. Дранти. Пускай почилит. Да, удачи, ребята. Удачи оставаться нахуй. Ляночка, это... Да потом перекину, мы еще. Мы так-то не расходимся еще. Если вы подумали. Яночка тут нет? Или ты все, лагаешь сильно? Так. ДП серый во тьме, топа. Кого вам туда добавить, блять? Вара добавить, в принципе. Вара. Во тьме ДПСер добавляется шестой к Кирсоре. В свету Рога добавляется третий, в Лафар. Давай я лопу во тьме. Через подвижку дам хила. Нет, нет, тебе надо в РДД отдавать это все. Так, что-то мне кажется, консилятора еще добавим во тьму, наверное. Консилятора добавим. Так, ваша у нас свет. Короче, сколько это получится? 7 ДД у тебя. А в свету получается что? Так, 6 РДД и меликов. Так, 3 и 4. Да, нормально, нормальный баланс. Так, сумоним их. Ляночка тут нет. Не видел, писала что-нибудь, нет? Я видел, только 3К пинг писала. Ладно, пока кикну.
Так. Сейчас новые челики будут учиться. Смотрите за каждым, кто выносит метки. Чё пить? Пиво. Воду. Можешь вино. Так, Кирсори, тебе сопрот пить. Вафар, тебе АП пить. Кто там еще добавился? Консилятор? АП дай. Консилятор, тактику знаешь? Ну сейчас узнаешь, нах. Валафар. Напуливаешь Валафар с пула на Эвилашу, а потом маленьких големов напуливаешь на Лингрена. Тупо также один рога во тьме. Блять, был бы комбат, был бы заебись. Тебе что, комбата нету? Может, Армс Уаров есть? Да так-то похуй, в принципе, поебать. Все готовы. Заходите за линию. Да я отчет. 3, 2, 1. Может чутка на себя подтянуть его миллиметр. Ага, хорош. Дальше от тени. Ага. Еще. Веди. Голем просто близко к нам. Так, что? Следующий там по таймингу что? Или вот, ага. Или вот этот? Нет, следующий сейчас вот. А чё хилы спят у нас? Это получается я простоял, видишь, значит портал не так будет. Это я простоял, получается. Ну, нормально, да, так. Ну ладно, посмотрим. Слезно будет смотреть аккуратно. В шарик не врежься. Кто там выносит? Ну вот врезался в шарик, нахуй. А объясняй, что не объясняй похую людям, нахуй. Да, это хуй за анонсишь, блять, но то люди должны сами видеть, я не знаю, как это. Ты
Ты, блядь, понимаешь, что ты в шар бежишь, сука, пульсация, радиус 15 метров вокруг шара, нахуй. Оно бьет как лезвие, блядь. Вы это на ус хоть мотаете, все остальные, блядь. Надо, надо вообще не бить, нахуй. Портал, смотри, портал под ебалом аккуратнее. Может, дыхания нет, можете выйти. Там метеор. Тьма, метеор. Тьма, стопните пока. Переходите. Стопните, урон выпьем. Свету по боссу бейте, блядь, чтоб на 50 выровнять. Будет 50, будем бить. По БРу говорите рвению, ну. То он, блядь, лежит бой весь. Стопните все, урон во тьме, говорю. Стопните, блядь, уже. Святую, Виланша. Прожимайся, Виланша, святую. Больше... Подниму рвенен. Больше по боссу в святу дайте. Сейчас будет лезвие. Веру давать? Святу давай. Пиздец. Вавафар, ты трэш, должен быть святу. Какого хуя ты здесь вообще, я не понимаю. Ворлд, ты какого хуя тут, блядь? Метеорит. 50. Че, вы там дамажить будете святу, нет? Переходим. Да там хули полу, о, пару 50. Тел. 50. Все, теперь тьма бьем нормально. Все, дальше по кругу действия все. Сейчас будет лезвие. Свету только говорите там нормально, чтобы все было. 40. Это, свет нормально, притормозите. Дамажим, дамажим, тьма. Тьма дамажит, тьма не стопает вообще. Свет притормозите. На 30, побейте лучше. На 30 не переведите. Будет 50, будете бить сразу. Все, бейте свет. Все, БР, последний раз давайте, играем за всех сил, все. Метеорит. После метеора. Переходим. Аккуратнее выносся. Прям в лезвие бежишь. 60 свет больше по боссу. Все нормально. Притон. Сейчас будет лезвие. Аккуратно возвращайся. Вернись, вернись, куда ты влезешь? Быстрее забегай, забегай сюда. Ну все, все. Так, 60 свет больше по боссу дайте. Метеор. Прибежали. Фридом Авилания дашь на кого-нибудь? Когда смерть будет? И Вилашу хильте. Окей, окей. Поднимите поле. Да, я сам по себе дам. Все бьем. 50 нормально. Либерсы 2 минуты, бейте нормально их бьем. Сейчас будет лезвие. Побольше, больше по боссу дайте свету. До 50. Вадикон. Друид инвалид. Ресни, полидринка. Я ровенью нападу. Может, друид инвалид. Переходим. Метеорит и белый хильте. Сейчас будет лезвие. Аккуратнее выноси, блядь. Блять. Духа стал на войда. 16%. Можно добивать, пробовать? Этот... там ДПСер уже не осталось, блядь. Там один БР есть. Ну пробуйте, у кого БР есть? У Дикона. Я сдал БР. Метеор. Метеор уходит. Пробуем, хули, минуту до берсы 10 лямов. Там ДПСеров нету, все, падаем. Все, мы упали. А чё, сука, так нельзя было сначала играть, нахуй? Только без смертей, нахуй? Или что, нахуй? Это пиздец трудная задача, нахуй. Быстрее, помирайте. Дух снимай, дух сними. Дух. Заходим. И это, когда вы возвращаетесь, выносите метку, возвращаетесь в рейд, они... к боссу, перед боссом. Там стоит метка на Биг Дэми, нахуй, звезда, блядь. Путеводная ваша, блядь. Равенен, блядь, в шар не беги. Еще раз, блядь, объясняю. Вот, сука, вот что в уши нассать, блядь, эффект и то лучше будет, нахуй. Я же объясняю, блядь, нормальным человеческим языком, блядь. Шарик, вокруг него пульсация. В момент, когда лезвия появились, 10 секунд вот эти, вокруг шаров пульсирует хуйня. А до этого, когда они просто летают 20 секунд, они не убивают, нахуй. Можно сквозь шар пробегать, нахуй. А тут, блядь, когда лезвие идет, и ты метку выносишь, не неси ты в ебаный шар, ни на задний, ни на передний, нахуй, между двумя шарами находись 20 метров друг от друга, блять. Понял, Равенин? И остальные все тоже, блять, ту метки выносят во время лезвия. Да, у меня интернет пропал на 30 секунд, пиздец.
Нихуя сложного. Сейчас ебанем нахуй этого пидора. Он легкий, я как думал, РБК. Я думал, вы уже без меня убили. Там РБК и то сложнее, да, нахуй. Слямов осталось. Хуйня ебаная, блядь. Сейчас убьем просто. Это, по БРам скажите, у кого сколько КД. Сейчас у нас друидов. А, у нас всего два друида, ебаный. Вадикон, 5 минут 34 я секунды. Я в свет, а друид-инвалид остается во тьме. Поэтому я свой отдал, как вышел, по магу. А потом еще убили два или три тела. Все, отсутствие... 10 друидов говорит о том, что падать нельзя, нахуй, запомни, нельзя, блядь. Все заебись, все то же самое делаем. Этот, друид-инвалид, он хули во тьме, блядь, и его вытянуть оттуда нельзя. Ладно, проверка. А тебя что, закинуло в лужу, хули, блин? Я, получается, отвлекся, диспелил, блядь, канцелятора, и лезвие догнали. Не диспелил, сам подиспелил. Ты только фридом кидай, все. Все, 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 давайте собрались. Все готовы. Я видел уже, вы диспелите, ребята. Да, давайте, это. Все готовы, даю отчет. Нихуя бить сложного тут нету. Все легко. Друид-инвалид, рез. Мелких, мелких. Еще, еще отводи этого. На ком он, вот этих, наверное, начну, нахуй. Двигаемся. Да, на начал. А я хуй знает. Да, на, вроде нормально, вроде на этих. Вентилятор вела не бегдем. А чё вы, блядь? Падаем. Ба. Мне как раз на этих, потому что если на следующих, то это уже мне просто не двигаться стоять надо. И популять его нахуй сразу в той позиции, блядь. Сними дух. А то люди заходят в инст и получают вылет игры, блядь. Ну я сейчас сниму его. Там уже призраки были. Интересно, сколько ее у нас не хилит? Он хилит, блять. Один раз точно прокнул. А он... больше фласок на СПД не будет? Кому надо? Лок. Ну кинь обмен. Тоже обменки.
тратить нехуй вообще. Босс простейший, как трешка, нахуй. Главное, ебать, не сдохнуть, нахуй, от всего говна, что там летает. Лезвие, блядь, шарики, вокруг них 15 метров, блядь. Метеор, блядь, лужи, нахуй, к стенке. Ебать, трэш, нахуй. Трэш заливается просто, ебать, я не знаю, нахуй. Одной левой, нахуй. Так, все готовы, заходим за линию. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Подальше, подальше, он прям под боссом больше. Ага. Вот на вот этом секторе буду двигать. Угу. Левее двигайтесь, вам сейчас пиздец будет. Призан тут останешься, Вадикон друида инвалида. Вадикон, Призан тут останешься, Вадикон друида инвалида, резнешь, там останется друид инвалид. Играем. Метеор ушли оттуда. А, тут все нахуй. Кто это подох? Блять, друид инвалид резай Призана. Мать, мать, сколько тебе урон? Урон сколько? Да. А все, дамажим дальше. Сколько КД? А, я вижу. 3 минуты. Я не знаю нахуй, ну. Сейчас будут лезвия. Валафару главное. Метеорит. Ладно. Будь здесь, Валафару. Скоро будут лезвия. Аккуратно будете стоять. Нет, ребята, ну вы, сука, звезду не видите, что ли? Я же предупреждаю, будут лезвия, нахуй. Чего вы ждете-то, блядь? Падайте.
Ну, примерно там же, где. Знаю, там же появляется. Ну, это примерно, оно может появиться там чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, блядь. То есть ты не получится, что стоишь на месте, и ты раз там, например, там хуякс. Ну, где раз тупо? Попадет, два попадет, три попадет, тут, на четвертый тут я раз как зарежет. АФК 20 сек. Так, а мне надо запыта обратно поставить. Нахуй я с резистом на огонь, блядь. Гарник, вилаш. Сейчас ем. Ходим за линию. Отдыхание. Это, смотрите, там пятьтесь назад. Во тьме, чтоб не сдохнуть. Подальше отводи, большой, близко. Уснул, как в коме. Летаргический сон, блядь. Это Дарт Вейдер. Следующим, да, походу. В принципе, можешь этот уже вращать. От лицо бежишь. Левее. Сейчас лезвие будет. Левее смещается. Блять, на мне это пульта. Метка, потом лезвие. Сейчас лезвие будет. Аккуратнее неси. Стоп, урон.
Так, сейчас будет лезвие. Портал справа. Там. Ждите просто, бегите по лезвию, там кто не успел уйти. Тьма, стопните дамаг. Сейчас портал под нами появится. За спины заходите. Все, заходите в портал сзади нас. И по боссу побольше тьма, притормозите ФК. Стопайте урона, хочу. Беги, Руга, 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 уйди. Беги! Рон, беги, беги туда, к стене, быстрее, блядь. Блядь. Вернись быстрее, быстрее в центр звездочки, сейчас будет лезвие. Стопру. Тьма полностью, стопните, ну там 70, бьём, нахуй. Сверху убили. Там давно уже 70. По боссу да, дайте 7. Больше свет, пожалуйста. Там еще люди лежат, нахуй. Гламуры. Если тут только один хил. Если только ДЦ. Да я вахуй с вас просто, вы бичи такие пизда, нахуй. 50. Хапало ресайте или нет реса? Не КД. Все, ГЦ, нахуй. Ну или как-то живите, хильте, вместо хапала хиль, начинай хилить. Нет, давай. Все, блядь, бичи нахуй посыпались, блядь. Сука, да как ты сдох-то нахуй? Ну и как он сдох у вас? Меня заклевали мелкие мобы. А какого... Меня никто не успел забрать, все. Меня захуярили просто от руки. Потому что в портале... Ну поздно вышли. Где он вышел, Лингрен? Ты должен стоять за портопалом, за Лингреном, блядь. А так он вышел в очки босса и что? Побежал к нам. А. И мобы, да, в этот момент появились. Там еще огонь был. Я рот ебал нахуй, такую хуйню нахуй. Подождите, кто вышел? Линген или Хапал? Да похуй уже. Резайтесь лучше. У кого затюкали мобы? Ну, если Хапал, тогда вопрос, какого фига он заходил в тьму. Я не был в тьме, я стоял за драконом после огня. Метеор падает через 20 секунд. Вот фаза начинается, 20 секунд метеор падает. Как, чё, ну почему нельзя ну уйти к тем, кто выходит, чтобы за протопалом спрятаться? Возле протопала роги, напуливают на протопала, протопал лужу дает, за ним должен стоять. Да я и за ним стоял, ну не за ним, по крайней мере, но в нем-то точно. Ну, потому это, что... ну и значит роги долбоебы нахуй, вот и все. Смотри, ДЦ огонь разливал, он стоял в другой стороне. Мне надо захилить себя, захилить танка. Блять, я не успел просто. А какого хуя ДЦ в другой стороне стоит? А там рогов, он скорее всего, разливал. Еще не было просто, чтобы на пули. Не, почему? Я, короче, вообще предлагаю вот метку, которую он кидает, пост. Первую там или какой там, при выходе, короче, в свет. А, пылающая метка, да? Ее просто в противоположную сторону сразу уносить и все, ну. Чтобы не было такого, что один где-то на ошибе стоял, нахуй, человек, и до него хилы не дотягивают. Да она, блядь, выносится назад, нахуй, и все, вы стоите. Нет, вот, это понятно. Вы стоите, вот Хэпал и ДЦ стоите с одной стороны. Метка появилась на любом из вас. Ты вынес к стене, и все, и ждешь метеора. Метеор появился, и ты выбегаешь. И все, пизда. Этот, что-то еще хотел пиздануть. Кто у нас во тьме? Первая пати дамагеров. Кто еще? Топа и консилятор, по-моему, да? Так. Валафар, брателло, да. ты в Дисе? Прием. Валафар, ты тут? Брателло, ты из тьмы со второй фазы? Выходишь в свет, как слышно? Подкошен, хуярит... можно там выйти? Хуярит во тьме уже, сколько траев идем, блядь. Хуярит во тьме стоит, пацан, блядь. Это, вроде не падают все, давайте так же повторяйте, нахуй, и там делать нехуй. С метками там не ебланьте, блядь, ну... Блядь, пизду, нахуй. Там и Лингрен у вас есть, который может здесь спелить. Как-то кучкой бегать и не стойте с разных сторон, чтобы такой хуйни не было. Если на тебя мобы бегут, бабл на это есть. На третью фазу всю хуйню эту оставляйте, баблы, блядь. Как так, блядь, трэш закрыт? Пизда, ну хэпал падает, рейд падает. Вы чё, блядь? Все готовы, даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, я уже сплю. У кого есть БР? Вадико. Друид инвалид, у тебя есть БР?
Да, сейчас подниму. Ты встал? Ну, я в луже встану, после встану, подожди. Как это, блядь? Друид-то здесь не в луже стоит, он же на тебе... Всё. Да я сплю уже. Давай топом, блядь. Канцелятор сейчас сорвешь нахуй. Дал сальво. Голос сорвешь. Я кинул на тебя. Так, на следующем. Да, на следующем. Хорошо, что у меня не 4 FPS, а вроде как-то. Глаша, оставь печеньку, встань. Сейчас будет лезвие убраться. Вот так будем стоять, пометка. Это я сделал для того, чтобы дыхание на вас не попало, блядь. Здесь поможет. Подвел на себя немножко, босс. Сперва метку, потом лучи. Сейчас будет лезвие, кстати. Шар, не забеги. Шар, не забеги. Бежишь прям в лезвие, блядь, дебил, сука, нахуй. А, понимаешь, это надо, блядь, нахуярить так, что прям ГП, чтоб щеки, сука, красные были, нахуй. Люди, не, они не вдупляют никак, нахуй. И почему два их сдохло? Блядь, вы пизда такие, сука, нет слов, нахуй. Кого лучше с них будет? Стоп ДПС, стоп ДПС. Стопайте урон, да, вот мне еще. Я не буду. О, блядь, это гениально. Это блядь. есть такое. Это с диспелем, я охуенно рад. Он вышел да, в портал. Да, там когда в портал, заходите, падайте. Там, ну, есть несколько вариантов. Либо стопать до 50%, ждать, это какие третьи лезвия, да? Стопать до 50%, то есть на 53%, стопаем, потом переводим во время лезвия. То есть лезвия начались, можно переводить. Лезвие заканчивается, после них метка. Вот. И эту метку сначала выносим, потом уже, ну, грубо говоря, это... Да потом портал. Выходим. Да, там поудобнее будет. Вот. Скорее всего, так надо пробовать. Короче, на 53 хп стопаем, третье лезвие ждем, и во время их уже начинаем бить. После них будет метка. Ее выносим, потому что если метка на челике появилась, он нажал на портал, она автоматически диспелится. Равенин Валафар, блядь. Братья, как вы сдохли? Расскажите мне, пожалуйста, блядь. Валафар не был в Гере. Так вроде с меткой никогда не выходили, сначала выносим. Это сейчас тайминги так совпали. Угу. Ему надо было подождать появление лучей? Нет, он побежал рано. Надо было подождать появление лучей, потом выходить. Да нет, он нормально побежал. Он был просто выбежал. Он просто бежал, просто понимаешь? Сильно под лицо побежал. Он бежит прям, блядь, по траектории луча. Нахуй. То есть, а кто, вот, блядь, ему кто, надо кто, наоборот... Кто выносил? Валафар? Да я не помню, кто я видел. Да, первый, сука, кто с вас выносил, нахуй? Вы можете сказать? Да, рога выносил. Валафар, нахуй, слышишь? Тут шарики летают, нахуй. Вокруг них пульсация 15 метров. Ты в курсе эту хуйню, нет? Они, сука... В бабычке, сука, все были. И в бабычке они тоже есть, эта пульсация. Они убивают лезвие. За секунду 100 тысяч урона наносят. Ты понимаешь эту хуйню или нет? Тебе надо вынести метку так, чтобы не подходить ни к одному, ни ко второму шарику. Ты должен... Да он не в шарике, блядь, нет. Я говорю, он прям бежит от босса. Я говорю, блядь, ты просто бежишь вот по центру, где рейд стоит. Он прям бежит, вот, сука, здесь сейчас должен появиться луч. И он вместо в левее убежать, он бежит прям, сука, в ебаный шар нахуй туда. Вот, ага. В сторону, все, помните? Понял. Все, он понял. А теперь Равенин, а какого хуя ты сдох, нахуй? Он от чего сдох? Он стоял близко к Роге, его засосал, или что там было, блядь? Ты должен ебать в душе, блядь. Ты должен, сука, понимать, да, это. Там, скорее всего, слышишь, рано диспелили, его лужей затянуло. Ну вот я и говорю про это. Встань,
поближе, ну, хуёво, значит, ну, я не знаю, нахуй, ну, либо лез, либо ты близко стоял, тебя лезвие сбрило, крестик, нахуй, в центре комнаты, нахуй, близко к хвосту, вот. Либо близко, сука, у меня уже голос садится, нахуй, чё? Блядь, есть вот. Вариант хукмастера в рейд взять, я пойду поем, бля, пиздец. Да, давайте ещё, блядь, пару траев, и я спать уже пойду, мне надо тоже, Место кого хукмастера? Место притона. А ты лог, блядь, ты нам нужен, как мы без тебя будем, блядь? Я еще не больше 1-2 трая. Че, ты 2 трая не посидишь еще, что ли? Ну конкретно, если 2 только, то посижу. Ну все, 2 трая даем, нахуй, все. Ебать позор, нахуй, так близко, нехуй убивать, блять, вы, ебаный в рот, новые типы зашли в рейд. Всем, кто хочет убивать на следующую неделю, чтобы, блять, к среде, ко вторнику, когда мы РС-ку будем тратить, чтобы, сука, знали тактику, нахуй. У меня гайд, нахуй, на ютубе, гайдов еще других людей дохуя, нахуй. Еще, сука, и прочитайте текстовые гайды, нахуй, еще и видосы посмотрите, нахуй. Это, там, блять, это, там, ну, звездочку же видно, блять. Пизда, сука, просто... Вас уже... Вам не надо думать, за вас уже все подумали. Просто, сука, вот смотрите за звездочкой и за ней бегайте, блядь. Все. Обычки фармится для того, чтобы вы предоедели чуть-чуть. Да. И все, нахуй я тогда потею с этими лезвиями. Я вам, блядь, буду... Поставьте вам на рарника метку, я буду за рарником бегать, блядь, и просто долбиться в босса. Мне вообще нахуй надо следить за этими баными шарами. Так а ты не следи, ты просто в звезде бей спокойно и все, они на звезду должны смотреть. Вордфлекс, не так каждый я человек звезда, блядь, понимаешь. Может играть в определенные дни. Вот почему народу иногда не хватает. И надо всех приодеть. Все, все готовы? Это, предпоследний трай, даю счет. Вон, воет звезда, до звезды едет. Кто сдохнет, тот пидорас. Вадикон, есть у тебя СС, БР? Да. Дай по, блядь, а по кому дать? Ну дай по... БР дать? Не-не, все, блядь, сейчас. Видимо, надо дать, да? Поддыхание зашел. Как вы заебали, нахуй. Это ГП. Сука, Равенин, ты совсем бич, нахуй. Пизда, я не понимаю, нахуй. Дальше. Градусов, блядь, отъебало, блядь. Как вы на РДДшников туда заходите? Равенин, блядь. Мне поднять его? Да поднимай, ну, хули уже терять. Далеко уже. Ну, похуй, блядь. Хуярьте по боссу посильнее, по трэшу поменьше. Рвенин, напиши что-нибудь, какого хуя ты стоишь криво, нахуй? У тебя что, пиздец совсем? Ай, ебаный в рот, блядь. Я не могу, нахуй. Я подкрался незаметно. Они были не готовы. Здесь... Чтобы не ловить эту хуйню, надо стоять возле задней ноги. И все. Вы стоите где-то прям параллельно боссу. Блять, тут так же работает правило звездочка, блять, нахуй. В чем проблема, сука? Просто стойте в звездочке, нахуй. Ну, блять. Я вот сейчас так говорю, нахуй, сейчас, походу, меня на луче зарежет, нахуй, со мной весь рейд, блядь. Мне скажет, нахуй. Мага баф, блядь, где у него мана? Резай ману как-то, блядь, пока время есть. 3 секунды до метеорона. Какой там следующий, да? Ага, следующий. Ты уже ну, в принципе, можешь вот этот сектор уже начинать крутить. Ну вот этот вот, который, видишь, хвост прошел. Вот да. Этот. Ну какой еще, да? Вот этот, скорее всего. Сейчас будет лезвие. Что-то мне даже не написалось, блядь. Чем метка? Петер того же, блядь. Диспел метка. Стойте в одной минуте. Сейчас будет лезвие. Выноси аккуратно между шаров, которые возле стены. Ну быстрее не забеги в шар! Сука, беги от него, блядь. Убегай, я от него. Кто это выносил, блядь? Вентилятор? Блядь на тонкого, нахуй. Мы переводим или стопим? Стопните, ну, стопните, стоп. Стопните дамаг полностью. Стормознули, убрали атаку.
сейчас будет лезвие. По идее. Надо... Куда ты? Зря туда. Ты дурак нахуй! Кто это, блядь? Сейчас тебя зарежет. Сори, бомж ебучий нахуй. Брейд, вернись. Дебил нахуй. Да. Нахуй. Переводите. Убежал, бейте, ты... бейте. Все, тихо, потом. Бейте. Сейчас, смотрите, метка. Ждем метку. Сейчас на ком-то метка кинется. На стену готовьтесь. Не снимайте, не снимайте. Да что долго? Все, вы выходите. И метку диспелим. Но она еще на том, кто в тьме. Вот портал появился. Эй, бать, в чё под хвостом достанет, нахуй, да? Алло, будет лезвие, уйди в звезду, блядь. Пизда, нахуй. Топа заебал, нахуй. Не бейте. Да вроде вместе стоите. Тьма, тормозните дамаг полностью. В свету по боссу дайте, потому что надо до 50 опустить. И бэров нету, нахуй. Все, два тела всего лежат, блядь. Не бланьте, не делайте хуйню еще, можно убить. Дальше пиздец, все легко, нахуй. Все, свету говорите метеор и метку, и все. Метеор, бежат. Сейчас будет лезвие. В звезду уйдите, правее маленько. Мой фридом сейчас будет, мой. Сука. Так, повезу. Вот сюда вражника видишь? 50 нужно быть. Да, бейте. Угу. Так, свет по боссу, стоп. Пусть доты повисят пока. Сейчас тьма. Мобов побейте. Частицу. Аккуратно. Сейчас будет лезвие, беги. Ты, блядь, тут куда вы, блядь, а? Ну. Ну вы ты чё, блядь, ёбаный брат. Ищи, сука, нахуй, падаем. Сука, бичи, блядь. Заебали. Стоим, падаем. Сука, я ебал такую хуйню, нахуй. Вы можете это откастейте? Кругом и назад побежать. А позорники ебучие, блядь. У меня, блядь, мозг ломается. Я не знаю, как человеку сказать, беги. Вот я стою с меня, от меня-то справа, блядь. А он бежит нахуй туда, подъебало, блядь. Ну там сказать, есть, да, вот говорю, ебало. Правее хвост. Беги, блядь. Они понимаешь, а еще? Вот... Некоторым говоришь, не снизи под хвост. Они под босса несут под хвост, нахуй. Сука. Последний ну, тарелец. Вы что-то в пространстве теряете, что ли? Давайте, я ебать. Друг... Ну, пиздец, блять. Вот только зашли консилятор, новые люди. Трай дали, ебать, оставили 9 лямов. Тут нехуй бить, бичи вы ебучие, блять. Не забегайте в лезвие. Топа, проснись, блять. Как вы заебали? Я сижу, я угораю. Уже сплю, блять. Да, блять, проснись. Уеби у себе ладошкой. Вон нахуй мастера поменяй. Ай, блять. Мне топа раз спит. Давай, иди, топа, спи. Пизду. Пошел отсюда. Иди пивка, ибо они только спать мастер сказал, лазят. С ним убьем. Нет, не пивка, не. Ну, до пивка мне завтра. Ну, если сонно, ну, ребята, ну, блядь, ну, не знаю. Ну, иди топовый матрас впитать. Короче, трай даю. Если хуёво, ребята, вот на траях сидите, да, мы пару часов, 3 часа сидим с лишним, уже 4-й час идет. Умойтесь нахуй, водички холодные наебало налейте, блядь, и нормально будет, блядь. Разотрите вот так, блядь, рукой, ладошкой нахуй. И щелкайте еще по щечкам, так, блядь, я хорош, еще бы приговаривайте в зеркало, нахуй, и пизда, и придем, просто разъебем эту хуйню, нахуй. Ты так делаешь? Не, я просто сейчас только придумал эту хуйню. Сука, давайте шкаф, блядь. Ой, блядь. Заходишь в ванну, ну, садишься, встаешь, включаешь душ, короче, сука. И гладишь себя по голове и говоришь, я молодец. Берешь за писюн. Фантазия, блядь, уйди. Да. Это в голове ты себя в ванной гладишь. Смотри, Равис, если будет на тебе такая же метка. Ну, блядь, тут уже у кого начало. Убегаешь к стенке, бабу прожимаешь и возвращаешься. Давайте, два вдох, выдох, давайте, блядь. Уса, нахуй, успокоились, ебать. По кому я создаю? Бог пошлет. Я бы не сдох. То есть если я взял паутос, если я взял щит. Да хули только щит. Я бы не сдох. Я только фридом проебал. Ты в шаре. Я бы просто фридом, потому что начали орать. Да я успевал идти перед шаром долбаным. Ты пойми, что ты выбежал. Как не знаю, что я все въебал и забыл его фридом. Все нормально, ничего страшного. Ты выбежал перед шаром, и лезвие появлялось через 2 секунды после этого. Тебе бы пришлось бежать бы перед ебалом босса. И за этот момент, пока было лезвие, ты бы просто поймал дыхание и сдох бы. Все, ну, тут нет вариантов. Это хил выносит, вот такой хулипал. Лучше к стене и бабу прожал и вернулся. Это убиваем 5000 и без ГП. Ну, мы траем без ГП, я считаю, это за освоение. На следующей неделе уже по ГП поднят. Вот. Ну, там похуй, новый, не новый человек. Будет ГП. Я вам говорю, учите нахуй. Если хотите убивать, тут нехуй убивать по факту, блять. Вы должны прийти сюда и четко знать каждую механику. Все, готовность нахуй. Давайте, блять. Если с этого трая убиваете,
5, ну, косарь, 5 косарей, нахуй. Тем, кто вот убил. Остальным там, кто на замене, по косарю дам, нахуй. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ближе к задней ноге сместитесь, либо именно в метку зайдите, чтоб не сдохнуть на этой хуйне. От дыхания, что ли? Да, конечно. Барахель. Бежали. Буря крутится, урон мучится. Похуй, выкидываю в мусорку его нахуй. В окно его. Настрай нахуй. Вот слушайте музыку там. Хузин, какой следующий или что читаю, блин, проебал. Следующий. Вот, да? вот этот начинать. А. Ну, тот шар, который дальний, от него, да. Подъебал, так не заходите, дай убить. Что-то до куя прокрутили, похуй. Ненормально. Да, нормально. Ладно, похуй. Мне кажется, здесь не один. Ну, да я так думаю, тут не принципиально. Пизда нахуй. Сука. Этот призан, остаешься тут, Вадикон, по старой памяти, друида резаешь святую, блядь. Как сперва заебал, метка, блядь. Потом лезвие. Ну, смотрите сейчас. Так, это вторые лезвие, да? Между двумя шариками, между двумя шариками. Минус тело, нахуй, бич, нахуй. Кто это был? Кто с меткой? Ваше. Шептело. Нет, нет. Охуело. Так, притормозите дамаг. Давай. 1% нахуй. Вообще не бейте. Так. Сейчас он, ага, вон так, ну, красавчик. Сейчас будет лезвие. Лезвие. Сейчас все переводим. Сейчас не ждите вторую метку, сразу выходите. А, под ебалом, да? Выходите сразу, будет под ебалом. Еще нету дыхания. Сейчас. Вон метка. Я вынес. Повыносил, нахуй, не знаю, что там делает. А, вот сейчас будет лезвие. Бля. А, ебать. Просто одна звезда живая осталась, блядь, проверяйте, сука. Пизду нахуй. Когда мы-то в тебе стояли. Ну как вы во мне стояли? Вы стояли левее меня, блядь. Падайте. Чё, пизда. Ну, чё я вам хочу сказать, нахуй? Всё заебись, всё охуенно. Немножко давай, надо... давай ещё один. Надо немножко привыкнуть, блядь. Ну да, РТ-то до 8, можно потроить. Видишь, блядь, ну еще один, по-любому, может. Я хуею, почему так сложно, нахуй? Ну отойди ты, ебаный, подальше от босса. Почему все не сдыхают, одно-два тела сдыхают? Ну, World как сдох он? На метку когда выносил или как? Это, блядь, не замечаю, нахуй, танчу без ротацию, ебаный, нажимаю. А этот, во тьме кто остается там? Первая пати, консилятор, Кирсори.
И этот... Друид Инвалид, Вархель и Мордаунд. Побойся бога. Чё, все бэры без КД? Ну, у меня КД. Пизда, блядь. А друида Инвалида? У меня есть. Блядь, хуёво. Сколько у тебя КД? Масло. Да вот я только его поднял, когда вышел. Свет. Блядь, хуёво, пиздец. Ай, ёбаный покос. Почему так, нахуй? Здрасте. Привет. Почему так, нахуй? Потому что так. Ортфлекс, ты где? Масло на пистку, по-моему, на разу. Есть. Может, сметанки лучше? Кому в танке? Кто там масло просил? Не, дали. Ворлд, ты где? Ну какого хуя? Он просто АФК, чё вы его резаете, блядь? Тут вин зайти, блядь, 2 секунды. Пиздец, блядь, я хуею, блядь. Он, наверное, очень хотел в туалет. Специально умер под лезвиями, короче, и пошел. Там этот MVP Hunt просится. Если он знает, то можно заменить ворлда. Ну пока тело будет выкидывать, надо ждать еще минуту. Кошри баны. Я прям возле рейда стою. Тактику знаешь? Знаешь, вроде как. Большого на Эвилашу напуливаешь, самая основная задача твоя. А во тьме с ним, бля, РДД, не РДД, бля, как нахуй. Так, РДД может поудобнее, во тьме. Так, подожди, а кто у меня? Чтобы вас лезвиями нахуй не рубануло, можно чуть-чуть подальше от босса отойти. Больше площадки, больше маневренности. Можно прям сильно отойти. А, Хукмастер, он это... какую-нибудь метку диспелят. Это самое, ты тоже во тьме, блядь. Кирсори, консилятор, Хукмастер, и во тьме. В свету там инвизибл и роги хватит, нахуй, на залив треша. Там 3 роги, нахуй. Вот. Консилятор, Кирсори, Хукмастер, и во тьме. 3 роги в свету, блядь, бьете, не забывайте. Хорошо. Понти этого ханта. Где он там? Ну все, заходи, жри рыбу. Ласка есть у тебя? Вой, дай масло. Да, есть. Масло надо только. Заебали, блядь. Ну поставьте ГБ, блядь. Ласка есть, да? Так, ласка есть. Ну ты мне и даешь ласку, блядь, вместо масла. Так я их, блядь, не брал, нахуй. Я заебался уже, нахуй, лайпаться. И банку загущенки ему выдай еще. Чтоб подсластить. Паёк его. Можно помазать их. И наркомовских 200 грамм, да? Опа, крипто улетел, не? Улетел? На месте бежал. Не знаю. Нет, вон он на снежинке. Погать может? Не, нормально. Да не, бегает. Это он на бегущей дорожке бегает. Живи, я тренируется просто. На натуре, блядь. Трай перед убийством. Убийство перед траем. Пул до пула. Убийство до убийства. Трай перед вайпом? Да. Трай перед киллом, килл перед траем. Я хуйню какую-то уже несу, да, блядь. Заходим за линию. Биг Дэм. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Я знаю, почему Биг Дэма никто не видит. Маленький сильно. Ну, тури, бля, Биг Дэм. Растишку съешь какую-нибудь. Надо ему зонтовара делать просто. Таурена ему. Таурена делать. То пока не спит, смотри, видишь, про меня забыл пишет. Про ИП, наверное. Я, кстати, единственный таурен, да, в гильдии? Пошли. Больше что-то коровок не видел. А у меня докатал раньше. Просто не шифруются. Thank you.
Так, вон тот следующий, да, который хвост прошел. Угу, угу. Что-то мне кажется, ну ладно. Да нормально. Ну можно его, в принципе, было и пропустить, и под ладно, лучше вращаем. Мой верный танк к нему ранен. Да, и ультра приста потерял, он такой мелкий, его незаметно. Пик ты ему нифига не видно. Вторые лезвия, внимание. Сейчас будет второе лезвие, аккуратнее. Аккуратнее, куда ты побежал на лезвие прям? Да, пизда. Что, дурак нахуй? Почему ты так побежал, блядь? Я не знаю нахуй, ну это пиздец, блядь. Да переводить? Стопайте, блядь. Бля, стопай. Сколько у тебя водикон КД там? Две минуты. Призан тут остаешься. Тот нахуй. Крутышок пройдет. Ага, видишь, кто-то шарит, как он носит. А тут не шарит. Ну, либо быстро и... выходите сразу с портала, когда появится. Ну. Все, сейчас это. Фромбика выходите. Сейчас ждите. Хил. Хил. Сейчас ждите, порталы появятся, ну, рядышком. Вот рядом. Звезды бы, ходите, звезды. Сейчас стопаем урон тьма. Там, бля, где стоять? Да, урон, блядь, стопаем тьма. Да там уже свет весь подох, стоп. Нахуй. Уже все там все подохли, нахуй. Под этим. Я хуею, это просто. Почему такая паника? Почему, я не знаю, ну, блядь. Может, не надо стопать? Да по сути-то и не надо, нахуй. Просто надо понимать, что лезвие скоро будет, блядь. Ой, это не лезвие, метка, нахуй. Дерево распилило, план. Так-то, по сути, не надо, блядь. Чем быстрее. Просто у нас, видишь, совпал тайминг так, что кто-то ДПСер какой-то сильный выносил, и поэтому совпало, что на выход, когда нажим в портал, блядь, совпало появление метки, блядь. Так-то, по сути, блядь, если быстрее, либо если стопаешь, то ты либо после метки переводишь, либо до метки. Ну, блядь, ну вот я прям чувствую, мы его должны убить. Блядь. Так давайте прям... нахуй, тогда я заходите в инс, блядь. Хули вы нахуй. Заходите в инс, нахуй. Чё тебе не пришло? Я хуй знаю, чё не пришло. Чё не пришло, я не понимаю нихуя. Ребят, вы когда выходите с тьмы в свет, вы не начинаете ни бить, ничего не делать. Вы просто сразу за бок идите. Ну, к боку босса. Так там Вилаша упала, я насколько понял. Там, ну... И вот, смотрите, третья метка появляется. Вы не паникуйте. Ждите лучи, и потом выносите. Именно третью метку. А инвалид взял, запаниковал, по лезвию побежал бы. Вообще, я не понимаю, почему вы наебало босса поворачиваете, вынос метки, нахуй. Вообще не могу понять, почему вы так, у вас реакция, нахуй. Ну, сука, ну я же объяснял, 90 градусов назад, нахуй. Видишь, шары летят, нахуй. Это, ебаный в рот, нахуй, заебало, нахуй. Хуй объяснишь, блядь, ебаный в рот. Надо, чтобы вы прям провайпались тут так, чтоб прям... Чинитесь. Ура, нахуй. Тед же уже там по-любому, блядь, доклад может написать, нахуй, по Халиону, блядь. Ну, мне все понятно. Рассказ. Да просто мы тут давно не были, типа, вспоминал. Так а хули нахуй. Трое. Так, если так, сюда... А чё ты ультра просту 2 косаря дал? Потому что у него замороженное ИП было. А, понял. Там в заметке было написано заморожен. У него нихуя не прибавляется. Скоро сам заморожусь уже. Притон. Где притон, блядь? Долоран, нахуй.
А, ну притон, он же притон, говорил, притон, что да, это... на два отправил. Кто там есть? Уже больше двух было. Ну, три будет, все. Он шкаф-то все поставил, чтобы мы суманули. Кто там на замене есть? Уралд вроде там вернулся. Ну, плюсуйте, хули, ёбаный в рот. А на ИП потом будут плюсовать, ёпта. Ну, вон написал, Виил. Зукханыч у нас. Быстрее, да, чтобы сумануть его пока что. Бродфлекс, ты все понял тактику? Смотрел видос? Ну нихуя себе поел, ебать. Вместо видосов тактики, блядь, челики хавают. Ты понял, блядь. Нельзя хавать до тех пор, пока тактику не выучишь. Это он еще, поесть, блядь, хотел специально, умер и пошел. Понял, блядь, хули. Ебать. Пизда, а, когда уже 7... это, блядь, раздуплится, нахуй, все. 7 минут сокрута осталось, как раз не последний. В натуре, блядь, дает чё-то. Заходите за меня. Говно убить. Никто не ждал такой хуйни, блядь. Все злые, как собаки. Съебать хотят, нахуй. Отвечаю, видос топовый. Сейчас этот видос рейду включить, они поймут, нахуй, о чем речь, нахуй. Рога побежал, метку под лезвие, блядь. Хилл сдох на метеоре, блядь. Жора, ведь стали побежали. Бэры есть у вас? А Войд кричит, блядь, стали побежали, нахуй. Пизда, блядь, бичи. Два бэра на двух бичей, которые, блядь, не тянут. Да это, нахуй, это вообще не серьезная хуйня, нахуй. Ну а потом как? Потом просто не будет бэров. Друид мордаун торец, ну, модикор второго. Пизда вы бичи, нахуй. Босс просто больше дамаж, тем больше урона по боссу. Опас, блядь. Короче, блядь, ваш Т5 накроется на следующей неделе, нахуй. Наполеона, блядь, не убьем. Бля, никаких. Ока из ЭС. Больше урона по боссу. 14 секунд, 4%. Вижу, просто один человек падает, блять, все пиздец, сразу упираемся. Ага. Так, чё? Шодаунт. Ебать, тут меток-то насрали. Возвращайся. Чё-то я или простоял? Ну, сейчас крутить, ну, вот этот сектор крути, который стоит сейчас. Ага. А, вроде этот. Сильно наперед не забегайте, чтобы вас буквально не убило. Звезде. Ну, подтянул чутка. Ну это вот единственный вариант, только подтягивать на себя босса, как мне кажется. Да, ну там нормально, если не слайд, то нормально. Во сне у кого-то там, блядь, такое бывает. Сейчас будет этот, звезду отойдите, маленечко. Куда ты побежал, прям, блядь, ну ёбаный брод, сука. Ну когда до вас дойдет, что туда не надо бежать, блядь, а? И Седжу, а как нахуй? Да забей. Блядь, вы дауны, сука, это пиздец. Ебучие бичи. Забегает. Равейн говорили, понял? Понял, нахуй. Пизду понял вас, нахуй. Короче, я ебал в рот, нахуй. Идите в жопу. Сука, тренируйте тактику. Я ебал, короче, такую хуйню. Блять, вы налутаете, это пизда. Хоть можете ливать, нахуй. Выучите тактику, посмотрите видос, нахуй. Кнопки свои ебучие на панели поставьте ровно, нахуй. Потому что вы бежите, сука. Ну, говорю, 90 градусов назад, нахуй. Между шарами. Куда ты бежишь, сука? Ну, ты видишь таймер лезвия или что? ДБМ, а не ДБМ всем поставить. Сука, идите в жопу просто, блять. Как это заебало, бичи. Сука, Равенин, Седжу, я не знаю как нахуй. Как, ебать, его убило? Седжу, как убило?
Как это не знаешь? Я сферки перепутал. Я понял, блядь. ГЦ, нахуй. Все, в пизду, расход. Ну, вот так. Заебало это хуйня. Идите, отдыхайте. Следующее КД. Все как обычно начинается. Там 3 дня на обычке и дальше начинаем геры. Тактики, сука, учите, если хотите убивать это, нахуй, не слушать свой адрес и вот эту всякую хуйню. Чтоб я видел, что вы понимаете, что вы шарика боитесь, а не то, что вы бежите. Куда ты, подъебало, бежишь, нахуй? Вообще мозг есть? Нет? Все, в пизду, заебали. Мутайте лучше меня, нахуй, блядь.